І далі про демобілізацію будемо говорити із військовим експертом у студії, паном Олегом Ждановим. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олеже, сьогодні заступник начальника Генштабу генерал-майор Володимир Талалай заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України поки що не планує проводити сьому хвилю часткової мобілізації, якщо збережеться динаміка набору контрактників. Наскільки реалістичними є ці прогнози? Ну, прогноз, можно сказать, на уровне критического. Почему? Потому что на сегодняшний день с уходом шестой волны мобилизации мы получаем практически очень много небоеспособных частей, у которых процент укомплектованности падает ниже 50%. Та волна мобилизации, которая идет сейчас, она не покрывает того комплекта, который мы увольняем в запас. Ну, даже просто простая арифметика. Четвертая волна, мы уволили 45 тысяч человек. На сегодняшний день последняя цифра, которую оглашал Генштаб, по-моему, 32 тысячи контрактников, которые набраны. То есть мы еще не покрыли то, что уволено в четвертой волне. А мы сейчас уходит пятая и уходит шестая волна. В подтверждение моих слов могу сказать, что президент наложил вето на закон, который разрешает контрактникам первой волны, подписавшим контракт, они попали под такой запрет, как разрыв контракта, окончание, точнее, контракта до окончания особого периода. И президент наложил вето на этот закон, потому что этот закон, если подписать, то люди, которые в первую волну подписали контракт, они сейчас по окончании контракта все уйдут на дембель. И тогда на генеральном штабе можно вешать замок и писать табличку «Все ушли домой». Пане Олеже, от міністр Полторак заявляв ще декілька тижнів тому, що щомісяця вони отримують по 5-6 тисяч контрактників. Якщо ви кажете, що цього замало, то скільки контрактників потрібно щомісяця отримувати Збройним силам? Ну, если мы говорим, смотрите, во-первых, немножко некорректно, что еще месяца считать прибытие контрактников. То есть у нас есть в вооруженных силах, допустим, есть некомплект там, в 50-60 тысяч человек. На задача Министерства обороны как можно в короткие сроки набрать этих людей для того, чтобы укомплектовать. А далее должна быть как бы организована плановая ротация. То есть должна быть развернута агитационная работа, должна быть развернут маркетинговый план для того, чтобы призывать контрактников. И этот призыв уже должен покрывать потребность вооруженных сил с учетом того, что люди уходят с контракта, разрывают контракт досрочно или просто увольняются по окончании срока службы. Если говорить более конкретнее в цифрах, сколько нужно в месяц набрать контрактников? Ну, еще раз говорю, на сегодняшний день, допустим, для того, чтобы хотя бы до конца года покрыть тот некомплект, который есть, надо в месяц набирать 10-12 тысяч. Зрозуміло. А якщо ми будемо поговоримо про цей закон, про який ви вже згадали, на який сьогодні президент України наклав вето, який забороняє військовослужбовцям, контрактникам достроково розривати свої договори, наскільки це може порушувати права військовослужбовців? Ну, понимаете, одна правовая коллизия порождает вторую. Во-первых, мы не приняли ни военного положения, ни чрезвычайного. Мы сделали какой-то такой гибридный симбиоз, особый период. И до окончания этого особого периода мы его прописали в положении, закрепили его законодательно, и теперь на основании этого закона мы имеем вот такую коллизию, что ни офицерский состав вооруженных сил, ни контрактники первой волны, и те контрактники, которые служили на момент введения особого периода, они не могут сейчас уволиться по окончании даже контракта. У них контракт, даже если они не подписывают контракт, он автоматически пролонгируется на год. Или там на свой период, если шестимесячный контракт был, значит на 6 месяцев, если годичный, значит на год. Но это, считаю, практически это нарушение как бы прав человека в плане того, что каждый человек имеет право выбора. Получается, что, допустим, контрактники там второй, третьей, четвертой волны или контрактники, которые пришли сегодня в вооруженные силы, да, они могут написать рапорт и разорвать контракт в одностороннем порядке, что в принципе сейчас происходит и довольно приобрело массовый характер в связи с тем, что Генеральный штаб добровольно, принудительно набирает контрактников, чтобы укомплектовать зону антитеррористической операции. То есть спускаются в войска планы, что каждая там часть должна поставить там 5 человек, 10 человек. Из командиров требует проведения работы с личным составом, чтобы этих контрактников отправить в командировку, откомандировать.
То есть не назначить на должность, а отправить в командировку в зону АТО, там, допустим, на 6 месяцев, чтобы провести сейчас ротацию шестой волны и отпустить ее домой. Чи очікуєте, що у зв'язку з цими законодавчими змінами ми будемо бачити велику кількість судових позовів зі сторони військовослужбовців до Збройних сил України? Вполне возможно, но тут есть один нюанс. Дело в том, что мобилизованные – это в основном люди из простого народа, которые не могут позволить себе ни дорогого адвоката, а мы знаем, что без адвоката у нас дело не пойдет никуда. Поэтому я не думаю, если только организации, допустим, ветеранов АТО возьмутся за эти дела, но они сейчас по уши завязли с судебными исками по оформлению участников боевых действий, по выделению земельных участков. Поэтому люди служат. Вот я знаю и офицеров, в том числе, и сержантов, и солдат, которые сейчас находятся в зоне антитеррористической операции. Они говорят, ну вот офицер там один знакомый говорит, мне в декабре заканчивается контракт, и я ухожу, все. И дай бог дослужить до декабря живым и здоровым. И, ну, конечно, он не будет судиться, понимаете. То есть тут расчет государства на то, что такого массового протеста не будет. А реально ситуація доволі така, ну, будемо говорити, плачевна в плані укомплектованості вооружених сил. Що, на вашу думку, можна зробити для того, щоб заохотити людей укладати договори з Збройними силами і, власне, йти в армію на контрактній основі? Чи це там якісь фінансові заохочення, можливо, якісь інші заходи? Ну, смотрите, здесь очень много способов для того, чтобы вызвать у человека желание идти служить. У нас, в принципе, желание есть. Некоторые, вот 6 тысяч мы набираем, отсев там порядка 20% там, во время учебы, там, по прибытию в часть и так далее. Но вопрос состоит в том, что, допустим, зарплата там 7 тысяч гривен в ППД, да, в пункте постоянной дислокации, и он готов служить, он готов ходить на работу, там его все устраивает, все хорошо, но в зоне антитеррористической операции он получает 8,5 тысяч гривен, то есть 1,5 тысячи разницы, но там он рискует своей жизнью и здоровьем, и, естественно, он не желает. Раз нету очередей в военкоматах, раз мы не можем провести качественный отбор за счет наплыва желающих, значит, надо что менять? Надо менять пакет. Надо пересматривать заработную плату. Почему, допустим, не заплатить в зоне антитеррористической операции 1000 гривен в день, как было обещано? Это же, в принципе, президент обещал, правильно? Его обещание. Почему не поменять социальный пакет, как, допустим, в развитых странах мира? Семья получает медицинскую страховку, семья. Дети получают бесплатное образование за счет государства, и военнослужащие получают гарантированное обеспечение в случае потери там, трудоспособности, ну и компенсация семье в случае гибели военнослужащего. Это нормальная европейская или мировая практика, можно так сказать. Да? Плюс, допустим, там, 3 контракта подряд отслужил, там, 2-годичных, да, получает выходное пособие там, в размере, допустим, годового заработной платы и гарантированное трудоустройство еще добавить сюда. То есть вариантов у государства миллион. Главное было бы желание. Ну, але очевидно, державі невигідно витрачати додаткові кошти на стимулювання контрактників, якщо можна набрати просто за мобілізацію нову частину військовослужбовців. Согласен. Ну, от здесь, кстати, ми попали, государство попало в такой цейтнот, в тому плані, що по політичним мотивам 7-я волна не об'являється. Хоча по воєнній, з точки зрення обеспечення боєспособності армії, вона зараз потрібна просто як воздух, це 7-я волна. Для того, чтобы вот закрыть эту брешь в некомплекте личного состава именно. Вот. Но по политическим мотивам президент не хочет рисковать и не объявляет 7-ю волну мобилизации. Старается максимально от нее избавиться. Ну, даже в принципе, будь-яке загострення на фронте можно квалифицировать. Понимаете, это будет поздно. Вот если на фронте завтра начнется обострение, то вы 7-ю волну будете собирать неделю. Ну, це буде підставою для президента України оголосити мобілізацію наступної хвилі. Правильно. Ну, тоді вже, мабуть, треба буде вже всеобщу мобілізацію, тому що якщо вони використовуються моментом небоєспособності наших частей, деяких частей, да, і почнуть наступальні дії, то зупинювати ми їх будемо вже глибоко в тилу нашої території. Вот в чому питання, розумієте? Порох треба тримати сухим, а не сушити його, коли пушки вже треба стріляти.
Я об этом говорю. Ну, як завжди, ситуація дуже непроста. Пане Олеже, дуже вам дякую за ваш час і ваші думки. Ми спілкувалися із військовим експертом про шосту хвилю демобілізації паном Олегом Ждановим.